Перефразируя слова классика, можно сказать, что в доме все должно быть красиво. И фундамент, и стены, и окна, и крыша. А так как дом начинается с фундамента, о нем и пойдет речь. И если говорить о надежном, недорогом и быстро возводимом фундаменте на винтовых сваях, то особой красотой он, в общем-то, не отличается. Это отпугивает многих заказчиков. Дескать, не хотим жить в доме, как на курьих ножках. А выход здесь довольно простой и вполне предсказуемый. Надо просто закрыть цоколь, то есть пространство между поверхностью земли и непосредственно самим домом. По низу к сваям приваривается 120-й уголок. Уголок тоже обрабатывается специальным антикоррозионным составом, таким же самым, каким обрабатываются винтовые сваи. И на него выкладывается кирпичная кладка из облицовочного кирпича. Поверх нее делаются отливы. Отливы, и у вас получается полноценный фундамент, который визуально ничем не отличается от традиционного бетонного фундамента, но это гораздо дешевле. Можно применить также другую технологию, вместо кирпичной кладки использовать декоративные цокольные пластиковые панели. Вот, это будет намного экономически выгодней. С точки зрения красоты, ну, всегда натуральный камень, да, или кирпич, он все равно смотрится гораздо богаче и красивее, нежели любая декоративная панель. Ну а что касается отмостки, еще одного обязательного элемента дома, то и здесь есть варианты. Вот такая вот, например, брусчатка или просто бетонная стяжка. Разумеется, первый вариант более красивый и, что называется, более презентабельный. Кстати, если вы уже построили дом на винтовых сваях и живете в нем, даже не задумываясь о его внешнем виде, и вдруг решили закрыть цоколь, то сделать это никогда не поздно. А может быть, именно сейчас это как раз и вовремя. В принципе, лучше обкладывать цоколь уже, когда вы построите дом, заведете коммуникации в дом. После этого спокойненько делается цоколь. Уголок можно приварить также в любое время. Все это вы можете сделать как самостоятельно, так и обратиться к профессионалам. Ну а в том, что такое закрытие цоколя пойдет на пользу вашему дому, думаю, ни у кого сомнений не вызывает. Дом смотрится благородно, богато, красиво. Красота должна быть во всем. Вот.